Один из последних выездов из города, который до настоящего момента был не отремонтирован. На улице Кузнецова подрядная организация приступила к работе. На участке от улицы Сахарова до улицы Старокурьяновской обновят асфальт, обустроят тротуары и 4 остановки общественного транспорта. Именно через эту магистраль проходит значительная часть транзитных большегрузов. А когда начнется ремонт моста на региональной дороге Авдотьи на Беленице Курьянова, Кузнецова будет еще больше востребована. Мост закроют больше, чем на год. Поэтому город экстренно ищет пути объезда. Возможно, они пройдут даже через частный сектор. По этой же причине в ближайшее время будет отремонтирована улица Дзержинского. Мы практически проработали с ГИБДД вопрос открытия двухстороннего движения всех видов транспорта по улице Ермака. На этой неделе мы завершим строительство парковочных карманов и остановок общественного транспорта. С заездами будут выполнены соответствующие работы. Поэтому я думаю, что где-то через полторы недели будет открыто двухстороннее движение по улице Ермака. Это тоже позволит в определенной степени разгрузить нагрузку на улицу, которая связывает микрорайон Авдотьино и центр города.